Здравствуйте. О намеченных на выходные мероприятиях и киноновинках, которые можно посмотреть на большом экране, расскажу прямо сейчас. Вначале о спорте. В субботу в спортивном комплексе завершится первенство Уральского федерального округа по волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения. Начало в 10 часов. В соревнованиях принимают участие три команды из Нового Уренгоя, Факел-1, Факел-2 и Юность, а также сборные из Сургута, Сургутского района, Таркасале и Губкинского. Наш город представляет команда «Олимпийский». Закрытие первенства намечено в субботу на 16:30. Также в выходные в Губкинском состоялось соревнование по лыжным гонкам. В субботу пройдет открытое первенство города «Вечерний Губкинский». Начало в 16 часов на базе «Снежинка». На воскресенье запланировано открытое первенство города по лыжным гонкам на призы открытия зимнего спортивного сезона. Начало в 11 часов. Еще одни соревнования пройдут по пулевой стрельбе в зачет спартакиады руководителей. В субботу первые лица организации и предприятий города будут стрелять из пневматического пистолета. Турнир состоится в манеже ФСК «Фортуна» на территории пожарной части. Начало в 10 часов. В воскресенье в это же время будет проходить открытый квалификационный турнир по быстрым шахматам в клубе «Фортуна», который расположен в здании детского сада «Сказка». Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет приглашают к участию в городских соревнованиях «Автоквест». Они состоятся в субботу. Сбор команд в 13:45 на территории Центра досуг детей и молодежи «Современник». Победителей ждут денежные призы. Справки по телефону 5-19-30. В воскресенье состоится отчетный концерт «Микстур» вокального ансамбля «Веретенышко» и образцового ансамбля танца «Серпантин». Он пройдет во Дворце культуры «Нефтяник». Начало в 15 часов. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дворца культуры. Справки по телефону 5-39-98. Теперь о новинках кинопроката. Одна из них – фильм «Лига справедливости», часть первая. Возрастная аудитория 16+. Зрители увидят, как уникальный состав отряда супергероев – Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флэш – будут спасать планету от угрозы катастрофических масштабов. Смотрите фильм в кинотеатре «Пандора» в субботу в 13:35 и 19:50, в воскресенье в 13:35 и 21:45. Еще одна новинка кинопроката – фильм ужасов «Джиперс Криперс 3», возрастная аудитория 18+. В фильме рассказывается о зловещем монстре, который просыпается каждую 23-ю весну. Распространяя ужас и страх, он рыскает по свету в поисках новых жертв. Начало просмотра в субботу в 15:50 и 22:05, в воскресенье в 15:50 и 19:50. Также на большом экране можно посмотреть детектив «Убийство в Восточном экспрессе». В выходные в 17:45, возрастная аудитория 16+. Для этой же возрастной категории в кинотеатре «Пандора» покажут фильм «Тор 3. Рагнарёк» в выходные в полночь. Зрители старше 6 лет приглашают на мультфильм «Маленький вампир» в субботу и воскресенье в 11:55. На этом у меня все. Хорошего вам отдыха. До свидания.